Слава Богу, сегодня 19 марта, 2018 год, 3 Ниссана, если в библейском исчислении, 5778 год, от сотворения мира. Утро, молитва, вот сейчас остается несколько минут, уже пару минут до начала эфира. Благословляем всех, кто подключается, кто в ожидании подключается и кто в записи будет смотреть это видео потом. Во имя Иисуса Христа благословляю всех вас. Да, и перед началом эфира хочу напомнить вот для этой записи. В этой записи сейчас хочу напомнить, что мое служение Господу вы можете поддерживать не только молитвенно. Да, в это нуждаюсь, очень сильно нуждаюсь, в вашей молитвенной поддержке. И это очень важно. А также и в молитве финансовой, поддержке финансовой. Да, это тоже молитва. Тоже служение Господу финансами. И если вы в России, то запишите номер. Или ваши знакомые, родственники в России, которые хотели бы участвовать в моем служении Господу, то запишите номер телефона МТС, который можно пополнять и таким образом участвовать в моем служении в России и особенно на Кавказе сейчас. Так, 915, это МТС номер, 915-780-48-74. Еще раз повторяю. 915-780-48-74. Так, если вы в Украине или ваши знакомые родственники в Украине живут, то можете тоже участвовать значит, в служении Господу здесь, в Украине, нашей Киевской архиепископии. Пополняю номер мобильного телефона Киевстар. Запишите номер тоже. 096-96-2-66-75. Еще раз повторяю. 096-96-2-66-75. Вот, это вот два номера основных. Сейчас молитесь тоже, друзья, поддержите в поездке на Кавказ сейчас. Вот, о служении в Грузии, в частности, сердце Кавказа, Сакартвело, страна Лозы. Слава Богу. Пусть Бог благословит вас всех, дорогие друзья. Также в Белоруссии, о поездке в Румынию. Молюсь за нашего Богдана Ионеско. И сегодня, кстати, день рождения нашего благочинного здесь, в Киеве, отца Алексея Прошака. Молюсь, конечно же, сейчас за него, тоже благословляю, его дом, его самого. Ему 60 лет исполняется сегодня. Слава Богу. Да, запускаю эфир, потому что остается последняя минута уже. Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому. Аминь. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Именем Его святым, пречистым и сладчайшим вас приветствую. В нашей древней православной традиции Иисуса мы называем сладчайшим. И вот есть даже акафист такой потрясающий, он так называется, акафист Иисусу сладчайшему. Одно из моих любимых вообще. Один из моих любимых акафистов, значит, и который я люблю перечитывать, и его я редактировал как раз в современном уже русском переводе. Слава Богу! И сегодня приветствую всех на утренней молитве, в этот утренний час. Сегодня, вот сейчас, уже вот 6 часов по киевскому времени. Благословен Бог наш всегда, ныне, присно и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю, Дух Истины, Ты, Который везде присутствуешь и все собой наполняешь, Сокровищница благ и жизни Подателю, Ты пришел и вселился в нас и очистил нас от всякой скверны, и Ты спас благой души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала Тебе. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, слава Тебе. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, люблю Тебя и благословляю великое имя Твое. Благодарю Тебя, Отец и Дух Святой, благодарю Тебя, Боже Всемогущий. В этот утренний час прими сегодня молитву нашу, как фимиам, как благоухание к престолу славы. Боже Всемогущий, слава Тебе и хвала, слава Тебе и хвала и величие.
Отец наш, сущий на небесах, Иегова, Бог Авраама, Исаака, Якова, Юд-Хей, Вав-Хей, велико имя Твое, благословенно имя Твое, Господь, да святятся имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас в искушение, избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже всемогущий, благодарю Тебя и благоставляю великое имя Твое, Боже наш. Слава Тебе и хвала. И, братья и сестры, вот в этот утренний молитв, в этой утренней молитве 120-й псалом читаю. Из песни восхождения, будем так говорить, песни вот таких, которые действительно вот поднимают нас в духе. 120-й псалом. «Возвожу очи мои горам, откуда приходит помощь моя?» О, спасибо, Господь! «Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь хранитель твой, Господь сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Аминь». Аминь. Слава Богу. 120-й псалом. И возводим наши очи к горам. Возводим наши очи. Есть выражение такое, одно из таких красивых восклицаний в литургии православной. «Горе имеем сердца». И хор поет «Има мы ко Господу». И вот это «горе имеем сердца» — это старославянское выражение, оно, ну, фактически его трудно очень перевести. То есть, как бы, вроде бы в горы имеем сердца, как бы, и мы ввысь поднимаем сердца наши, и мы в горах имеем сердца, там в вышине имеем сердца. Вот, и сегодня наши сердца превыше всяких небес. Сегодня наши сердца с нашим Господом Иисусом Христом, одесную Небесного Отца. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Бог наш, Бог богов. Господь, благослови сегодня и хлебопреломление Боже. Боже, небесное и земное соединяется. О, это точно. И небесное, и земное. Спасибо, Господь. Спасибо, Боже всемогущий. У меня вот здесь вот еще хала, которая с субботы еще, шаббата. Вот, и молюсь сегодня, рассуждая о теле Господнем. О, спасибо, Господь, спасибо Тебе, Бог наш, Царь Великий. Благодарю Тебя, Господь. И вот, размышляя о теле Господнем, размышляя о Мессии, Спасителе нашем, Господе нашем, Иисусе Христе, я хочу прочесть вот слово. Значит, то было из 120-го псалма слово, кто подключается сейчас. А сейчас из послания к евреям, с самого начала, первой главы. Здесь написано, с чего начинается послание к евреям вообще-то. «Бог», написано, «многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших». Совершив собою, повторяю, очищение грехов наших, и дальше запятая написано, «воссел одесную престола величия на высоте». Я хочу еще раз повторить вот этот третий стих. «Сей Иисус, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, сияние славы и образ ипостаси Его,
и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, не совершит не когда-то, а совершив уже, он уже совершил все, совершив собою, самим собою, своей кровью, своим телом ломимым, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. И дальше удивительная картина. Будучи столько превосходнее ангелов, то есть здесь воспевается Иешуа, Машиах, Иисус Христос, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог: «Ты сын мой, я ныне родил тебя», и еще: «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит: «И да поклонятся ему все ангелы Божьи». Аминь. «И да поклонятся ему все ангелы Божьи». Ха, ангелы Божьи не могли поклониться одному из ангелов, только лишь Богу. Божеского образ ипостаси, сияние славы. Такие красивые, такие ласковые, удивительные слова к Иисусу применены здесь. Слава Богу! И вот самое впечатляющее касательно нас, людей, то, что Он совершил уже это очищение, да, и Он воссел одесную на небеса, чтобы за нас ходатайствовать. Ибо Павел пишет к Тимофею, помните, да, во второй главе, первом послании своем: «Ибо един Бог», 5 стих, «ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех», для нашего искупления. «О, и он вознесся на небеса. Слава тебе, Господь, Боже всемогущий, благодарю тебя. Благодарю тебя, великий Бог, благодарю тебя, Господь, благодарю тебя, Иисус Христос, благодарю тебя за то, что ты совершил искупление наше, спасение, совершил уже это все, Господи, слава тебе». «Все совершил он, нам дал победу, дьявол побежден, и смерть не властвует теперь, Иисус Господь наш. О, аллилуйя, он наш Спаситель, и он царь царей. Все совершил ты, нам дал победу, дьявол побежден, и смерть не властвует теперь, Иисус Господь наш. О, аллилуйя, ты наш Спаситель, и ты царь царей. Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь над всей землей. Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь. Аллилуйя, 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 слава Господу. Слава тебе, Господь, Бог наш всемогущий, слава тебе. Все совершил ты, нам дал победу, дьявол побежден, и смерть не властвует теперь, Иисус Господь наш. О, аллилуйя, ты наш Спаситель, и ты царь царей. Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь над всей землей. В моей жизни Иисус Господь, над всей землей Иисус Господь. В моей жизни один Господь, Иисус Христос. И над всею землею лишь один Господь, Иисус Христос. Бог лишь один над всей вселенной.
Иисус Господь вовек. Спасибо тебе, Господь, Бог всемогущий. Боже, благодарю тебя, Господь, Боже, за это прекрасное утро, обновленное милости твоей, Господь, Боже. И величайшее обновление совершается в теле и крови твоей, Боже, всемогущий. Ты однажды и навсегда приобрел нам искупление вечное, Господи, слава тебе. Благодарю тебя за Голгофу. Благодарю тебя за кровь святую твою, за тело ломимое, Боже. Рассуждаю о теле и крови твоих, Господь. Об этом величайшем таинстве, Господь, который ты дал нам. Боже, и небесное, и земное сейчас соединяются в этом таинстве. И небо, и земля поцеловались. Небо и земля соединились, Господь. Слава тебе. Бог всемогущий, благодарю тебя, Боже. Благодарю и благословляю великое имя твое. Боже наш, слава тебе. Слава тебе и хвала, Господь. Боже, благослови, Господь. Благослови это таинство сейчас, Боже. Спасибо, Господь, спасибо, Боже, спасибо за тело Твое, ломимое. Спасибо Тебе, Господь, Боже, за кровь святую Твою. Кровь Христа омыла меня, кровь Христа освободила меня, кровь Христа омыла меня от всякого греха. Слава и хвала за кровь твою. Слава и хвала за кровь твою. Слава и хвала за кровь твою, любящий Иисус. Кровь Христа спасла меня, кровь Христа исцелила меня, кровь Христа освободила меня от всякого греха. От всякого греха, от всякого проклятия, от всякого беззакония. Во имя Христа Иисуса. Когда, Господь всемогущий, Боже, кровь Твоя пролилась на Голгофе, Господь, небо потряслось, земля потряслась, вселенная подвиглась, Бог всемогущий, совершилось, ты сказал, совершилось, совершилось. И спустя тысячелетия, эти 2000 лет, Боже, это звучит по всей вселенной также, свершилось. И в судьбах верующих откликается это, свершилось. Совершилось искупление рода человеческого, совершилось очищение грехов, совершилось искупление, полное освобождение. Слава тебе, Господь Иисус Христос. Слава тебе, Бог богов, Господь господствующих. Благодарю тебя и благоставляю великое имя твое. Братья и сестры, совершим причастие. Сейчас, если кто из присутствующих вот сейчас в этом эфире, или кто в записи будет потом смотреть, потому что тоже запись потом выставляю. Поэтому если вы веруете, что Иисус есть Христос, Сын Бога Живого, и верите в святую кровь Его, и тело Его ломимое за вас, то поднимите, налейте себе тоже сока немного, возьмите хлеба. Вот. Если нету сока, даже я иногда делаю причастие так вот, если нету ничего, то просто воды наливаю, вот, и беру хлеба, значит, там. И, значит, но самое главное, что, знаете ли, самое главное причастие наше, я снова и снова, паки и паки, как говорится, напоминаю, что наше причастие совершается Евхаристия Божественная, хлебопреломление, не устами и не желудком, нет. То, что входит в уста, оно не может нас ни осквернить, ни тем более осветить нас не может. Но чем освящается человек? И чем причащается человек? В первую очередь здесь, вот здесь и здесь.
нашей душой мы причащаемся, нашим сердцем, нашим разумом, размышляя, рассуждая о теле Христовом. Если просто едим, то это мало пользы получаем, или же вообще мимо нас проходят такие благословения. Павел пишет, что даже многие из вас немощны и болеют, и немало умирают даже. То есть люди, значит, не рассуждая о теле Господнем, лишаются таких благословений, которые они могли бы иметь в жизни своей, могли бы иметь исцеление, но не исцелены, могли бы быть сильны, но не мощны, могли бы еще жить и жить, но умирают. Почему? Потому что люди не рассуждают о теле Господнем. И такие благословения проходят мимо них, мимо человека, не рассуждающего. Но мы люди рассуждающие о теле Господнем. И сегодня этим утром милость обновляется к нам каким образом? В новозаветном формате милость Господня обновляется непосредственно через вот Евхаристию Божественную, через причастие, рассуждение о теле крови Христа. Слава тебе, Господь! Потому что это знак великой милости, Господь, к роду человеческому, к нашему роду. Слава тебе, Господь. Благослови, Господь Божий, хлеб сей честным телом Христа Твоего. Аминь. А то, что в чаше сей честной кровью Христа Твоего. Аминь. Приложив это Духом Твоим святым. Аминь, аминь, аминь. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе, святое святым. Един свят, един Господь, Иисус Христос. Во славу Бога Отца. Аминь. Тело Христово примите. Дамы и господа, братья и сестры, источника бессмертного вкусите. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Бог богов, Господь господствующих. Благодарю тебя, Господи Боже наш. Благодарю тебя, Святой. Благодарю тебя, ибо так ты возлюбил мир, Отец мой, что отдал Сына Своего, Единородного, Первенца Своего. Бог всемогущий, дабы всякий верующий в тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Благодарю тебя за кровь Сына Твоего, Агнца Твоего, моего Господа Бога Спасителя, который искуплен я от всякой Божьей немощи, болезни, нищеты, от всякого греха. Боже всемогущий, слава Тебе и хвала, Отец мой, Сын, Дух Святый, слава Тебе, Боже наш. Благодарю Тебя за таинство сие, за хлебопреломление, причастие и Евхаристию Божественную. Благодарю Тебя, Господь Боже, что никакими богатствами этого мира ничем мы не могли бы быть искуплены, Боже, но искуплены мы самой величайшей ценностью во всей вселенной, драгоценной кровью Христа, чистого и непорочного Агнца. Самая величайшая ценность в этой вселенной, на этой земле и во всем мире – это кровь Божественная Иисуса, Агнца Божьего. Аминь. Аминь, Господь, спасибо Тебе. И снова прочту из послания к евреям. Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам и в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне Своем, в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил, через Иисуса сотворил весь этот мир, и даже временное измерение, все сотворил, действительно, через Иисуса. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престолу величия на высоте. Подчеркиваю, совершив собою очищение грехов наших, воссел на высоте. Будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейше пред ними наследовал имя. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, «Ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Также, когда вводят первородного во вселенную, говорит, «И да поклонятся ему все ангелы Божьи». Аминь. И Иисус
Господь наш, Бог Спаситель, Его история здесь приоткрывается, вечная история. Еще до того, как наш мир был сотворен, действительно, произошел такой водораздел, что ли, отделение ангелов. Потому что мы узнаем картину такую, видим картину потрясающую, узнаем такую информацию, что Иисуса, своего сына, первородного своего, от века закланного, Иисуса отец каким-то образом от ангелов скрывал, что ли. Ну, скажу так, не то, что скрывал, не все показывал. И раскрывал себя. Творцу всегда, просто он не может все, видимо, и ангелам показать сразу. Но приготовил им однажды сюрприз. Я представляю себе это вот по этим словам, такое, ну, для удобства восприятия моего обычно, представляю такую картину, собрание. Это было, наверное, такое очень красивое собрание, всякие эти вот светомузыка ихние, там игристые камни всякие, значит, там и прославление, там музыканты, значит, все там славили Бога. Это было классное служение. Множество ангелов, все ликуют. О, там творилось такое, наверное. Бог выходит в этом собрании. Все замирают. И он говорит: друзья, товарищи ангелы, возлюбленные, у меня для вас... У нас сегодня необычное служение все. Аллилуйя! Да, действительно. У нас каждый день необычное служение. У нас всю вечность необычное служение. Потрясающее служение. Аллилуйя. Но Бог сказал: ангелы, сегодня у нас точно не самое необычное служение. Все думают: вот это да, что же будет сюрприз. И так каждый раз новость, каждый раз Бог открывает что-то новое и новое в себе. И он говорит: у меня есть сын. Такая тишина наступает, наверное. Ну да, мы все... Нет, у меня... Вы не поняли. Конечно, да, вы... В какой-то мере. Сыны мои, конечно, я всех вас родил, всех вас создал. Но у меня есть первенец, у меня есть первородный. У меня есть сын. Как? От кого? Как? Зачем? Почему? Какой он? Волнение по рядам. Занавес. И на сцене появляется Иисус. Иешуа. Замирают. Но потом мы знаем, что первый, у кого нервы не выдержали, как говорится, да, это был лидер прославления, бросил гитару, сказал: нет, все, хватит. Вот, это уже неправильная церковь, неправильная теология, идеология, и начнем новую церковь. И кто за мной, тот герой. Короче, бунт, раскол, и примерно треть собрания покинула это собрание. Наверняка отец сказал и остальным: не хотите ли вы уйти, друзья? Нет. Михаил сказал по еврейскому преданию: Михаэль, кто как Господь Бог наш? Кто как Господь Бог наш? И Бог сказал: молодец, Михаил, ты правильно рассуждаешь. И сказал: поклонились ему ангелы Божьи. То, что не смогли сделать отпадшие, возгордившись, поклониться первородному, когда вводил его отец во вселенную. Но те, которые поклонились, им было благо. И до сих пор им великое благо. Те, кто возроптал, возгордился, для них Иисус стал камнем преткновения, камнем соблазна. Знаете ли, и земная наша история во многом, она проецирует то, что там произошло тогда, в вечности, когда еще не было вот этого тварного нашего мира. И действительно, эта история многому учит. Однажды в человеческой истории также Иисус от века закланный, вечности закланный. Мы не знаем, как там это все происходило, как Иисус распинался, как там он в вечности был заклан, мы не знаем. Можем лишь догадываться, как это произошло. Но мы знаем, что он искупитель всех нас. В земном мире мы знаем, как это произошло. В нашем земном измерении мы знаем, как это произошло.
Это произошло 2000 лет назад. Он пришел к своим. Свои не приняли. Многие ожесточились. Даже большая часть ожесточилась, к сожалению. Священство, в частности, ожесточилось. Вот. Но историки говорят, в принципе, современно, что примерно пятая часть вот всех евреев, вот тогда, первого столетия, так или иначе, но были мессианскими. То есть веровали, что Иисус есть Христос, Сын Божий. Довольно много, слава Богу. Но, к сожалению, в таком случае получается 4 пятых. Вот. Большая часть гораздо вот, еврейского народа и в особенности священства так и не приняла Агнца Божьего, Спасителя Иисуса, ожесточившись. И до сих пор покрывала, и до сих пор ожесточение. Хотя сегодня большое пробуждение среди еврейского народа во всех странах, на всех континентах. Особенно в США. Вот. Да и в самом Израиле уже пробуждается это движение, расширяется мессианское движение. Я очень молюсь много о мессианском движении. Я очень люблю мессианское служение. И в моем сердце, тем более, что как православный священнослужитель, я вижу, что очень много могу быть полезным в этом как раз. И не только в молитвах, но и в практических деяниях, что я и делаю, проводя семинары, занятия, служения, участвуя в служениях мессианских общин, синагог разных, от либеральных до консервативных, от харизматичных до таких классических, ортодоксальных. Вот, и знаете, друзья, дамы и господа, действительно сегодня Иисус, Он для всей нашей Вселенной, для видимого и невидимого мира, Он Спаситель. Он Господь. И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которому надлежало бы нам спастись. Спасибо Господу. И хочу завершить вот опять-таки 120-м псалмом, с которого я начинал сегодня как раз. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя». Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь хранитель твой, Господь сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Аллилуйя. Аминь. Вот, дамы и господа, благословляю вас благословением сейчас священническим, благословением каэнов. Вот, сегодня у нас третье уже число лунного календаря, лунного месяца, который первого месяца в году, да, который мы называем Нисаном, или месяц Авив, весна. Хотя за окном здесь у нас в Киеве на весну не похоже, Авивом не пахнет, вот, но похоже скорее на зиму, похоже скорее там на февраль, наверное. Вот, там уже в сети шутят, уже февраль как бы затянулся уже там, уже дней 50 уже как. Ну ладно. Но, по крайней мере, в библейском летоисчислении, календаре, третье число сегодня, значит, месяца Авив или же месяца Нисан. Месяц Нисан для автолюбителей это ассоциация с хорошими японскими машинами, да. Но для всех, кто Библию чтит как Божье Слово, для нас ассоциация в первую очередь не с автопромом японским, дай Бог им здоровья, вот, а с нашим исходом, с выходом из рабства. Месяц Пасхи, начался месяц Пасхи. Сегодня ясная погода, вот, и, надеюсь, ночью посмотрю сегодня луну уже, которая будет, месяц, который будет расти уже, уже растет уже месяц, уже третье число. Сегодня вечером будет уже, наступит уже четвертое число, четвертое Нисана. Вот, напоминаю, что в этом году Пасха, Пасхальная ночь святая, Господня, именно Божьей Господней Пасхи, совершается нами с 30 на 31 марта, то бишь с 14, соответственно, на 15 Нисана. В полнолуние месяца Нисан Бог вывел ополчение свои, да, на свободу. Слава тебе, Господь! Сегодня вечером подключайтесь в 6 часов вечера по киевскому времени к таким предпасхальным беседам. Сегодня кое-что расскажу как раз вот тоже о Пасхе, в преддверии Пасхи уже будем так говорить. Остаются считанные дни.
месяц Ниссан, месяц Пасхи, и на протяжении всего этого, всех этих дней мы радуемся, уже предвкушая вот это празднество. Но самое главное послание вот этих предпасхальных бесед в том, что наша Пасха – это сам Иисус Христос, Иешуа Машиах. Слава Богу! Благословляю вас, братья и сестрички, дочечки и сыночки нашего Небесного Папочки. Благословляю всех вас благословением священническим. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Еверехеха Адонай ве ишмареха. Яхер Адонай панавелейха вихунекха. Иса Адонай панавелейха ве яселеха шалом. Бешем Иешуа Гамашех, Иешуа Машихейну. Во имя Христа Иисуса. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Благословляю всех вас, люблю, обнимаю всех, благословляю именем Господним. До встречи и на земле, и на небесах, в эфире вечном, и в эфире вот этом. Так что подключайтесь сегодня в 6 часов вечера, по утрам в 6 утра, завтра в 6 утра будет также молитва. Пусть Бог благословит вас. Из города Киева, с нашей Киевской архиепископии, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Мир всем вам! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!